Тебя считают сорвиголовой, но в то же время ты весьма закрыт. Так и есть. И ты не особо-то стремишься мелькать на экранах. Может, мы чего-то не знаем о тебе? Могу сказать, что я всегда считал себя... В смысле, я не хочу пичкать собой людей с утра до ночи. Мне всегда хотелось простой жизни. И именно ее я ценю. И, честно говоря, мне кажется, что сейчас мы уделяем много внимания тому, что вовсе не является важным. Деньги дают силы, значит, делай мол. Ведь в одетой рыбы, либо ты акула. Я богатый молодой блюд. Сделал это с грязью, сделал с ней акулы. Вчера мы говорили с Богом, он меня не понял. Я сказал вам много, но остался недопонят. Да это дерьмо, если ты не понял. Кинул пару слов, только немного стоит. Он сказал, что он работал, но он не был занят. На моем хуе Русачи, я ношу дизайнер. Я по-грязному богатый, но ты не с нами. Этот тип денег слышно представить. Я не могу базарить, сука, в инстаграме. Нахуй за. Они скринят переписки, что другим шалавам. Клянусь, я больше не могу сидеть в ВК. С тех пор, как ФСБ стали пасти меня. Эй, я продукт, тулисман, прости меня. Сделав это кэш, они хотят убить тебя. Ну чё, вы ждёте это дерьмо?